Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня аэродроп. Значит, Binance выпустила, биржа Binance, да, выпустила свою монету. Называется Binance Coin. Раздает монетки. Монетки эти довольно-таки дорогие. Значит, пройдя по ссылочке, попадете на такую вот страничку. Нужно будет что сделать? Нажать на конвертик и сохранить. Как бы тут вот Twitter, Facebook. Это все сохранить сделаете. Далее, что нужно сделать, чтобы получить монетки? Вот у меня 4 монетки. Да, так. Здесь на Twitter. Вот здесь на галочку нажмете. А, у вас не на галочку, так. У вас будет такое окошко с вопросами. Переведете, нажмете. Ну, я на любую нажала, как бы галочку поставила и продолжила. Далее на Twitter. У вас тоже выскочит окошечко. Ну, и сделать, как бы, согласиться с Твиттером. Так. И что? Так, и следующее. Присоединиться к группе Telegram. Нажмете вот сюда. Появится, как бы, вкладочка Telegram. Перебросит на страничку. Присоединитесь к группе Telegram. Вот я присоединилась. Очень много народу, конечно. Вот. И следующая вкладочка — это реферальная ссылочка. Далее, что еще здесь? Поделиться в соцсетях. Я в Твиттере поделилась. Это поделиться на Facebook. Нажимаем. И делимся. На Facebook. Все, я поделилась на Facebook. Далее, что? Эта монетка, естественно, есть на CoinMarketCap. Переходим на CoinMarketCap. Смотрите, Binance Coin. Сколько стоит эта монетка? $11.40. Неплохо. Так? Ну и Market. Что у нас здесь? Так. Здесь тоже можно посмотреть. Ну, такая вот монетка. Нужно обязательно сделать все действия. Ну, и она будет... Там нужен будет уже потом Ethereum кошелек, мой Wazer Wallet. Ну, в принципе, все. И по окончанию этого ICO нам зачислят, уже будут зачислять монетки. Всем удачи, больших заработков. Заходим и получаем бесплатные монеты. Всем удачи, до новых встреч.